Итак, дорогие друзья, всем привет! В прошлом ролике я Спраута выбил, получил и прокачал его сразу на фул. В этом ролике я его сейчас за один раз хочу апнуть на 500 трофеев, не выходя в меню. Просто пошел в бой и не выходя в меню. Со мной стоп-роп, со мной диктатор. Ссылки там в описании, ищите, на кого будет, не будет, не знаю. Мы будем играть в футболе без перестану, поэтому, ребяточки, прошу вас поставить лайк, подписаться на канал. И давайте первый бой, это первый бой мой на Спрауте, погнали! Это жесть, просто я хочу его максимально быстро. Сейчас 11:23, посмотрим, за сколько я его апну. Смотрите, ну, прикол, ребят. Хотя в меню, а у меня такая привычка все время. То, я правда, буду вам каждый бой напоминать. Да, вот в конце вот. Зачем ты это сделал? Зачем? Дай забить. Не, ну ты... Идиот. И сколько он так будет держаться? Жесть, слушай, такие. Офигеть! Мне уже нравится этот перс. Сломай там стенки. Просто. Ой, я ору не могу. Это будет веселый, а? Ладно, я не буду, конечно, замедлять бой. Стоп, не нажимайте выход, играть снова, играть снова. Играть снова. Играть снова. Играть снова. Я буду вам каждый бой нажимать, играть снова, играть снова. Короче, друзья, это. Давайте, а ну, давай максимально быстро попробуем затащить катку. А ну, за сколько мы можем? Давай, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ёпа ломать. Они просто все в кучку идут, это ж понятное дело, такие кубки. Ты, кстати, себя так можешь. Да, я могу себя подкидывать. Мы сейчас все фишечки, мы на более высоких кубках, ребята, мы попробуем. А ну, давайте я попробую подкинуть. Ну, а надо научиться еще. Быстро сколько? 20. Играть снова, 8. Играть снова, пацаны. Я буду вам каждый бой это напоминать. Играть снова. Вы тоже проговариваете это. Мы так апали персов. Играть снова. Мы, я не помню, кого мы апали. Тоже с ДДНЛом там сидели. И каждый бой после победы. Играть снова, играть снова. Я вам буду на протяжении часа это говорить. Так, потому что очень важно, именно не выходя в меню. Короче, ладно, ребятки, я последний бой сейчас сыграю на видео, и дальше... Блин, ну это класс, просто перс-бомба! Ребята, если вы хотите получить этого перса бесплатно от меня, просто подпишитесь на канал, подпишитесь на мой инстаграм, на мой телеграм, и в инстаграме под последней фотографией пишите комментарий, что вы участвуете. Играть снова, играть снова. У меня уже рука автоматически тыкает на то место, где выход, прям вот. Не-не-не, играть снова, пожалуйста, нам надо 500 кубков. Все, ребята, я еще хочу бой, я не могу, мне он очень нравится, этот перс. Просто жесть, он классный. Как тебе перс, кстати? Ну, да. Особенно вот это ульта, это, ну... Ульта, это мы... Приходите сегодня на стрим, будем рофлить, капец. Мне интересно, как это будет работать в защиту. То есть пока мы играем против изи персов, изи пацанов. Ну а вот на высоких кубках, вы представляете, как это будет? Ну, я думаю, что спраутов сейчас будет очень много. Оттолкни. Только давай. Не закидывай вперед. Сейчас ворота опять. Блин, это так. А можно играть снова? Мяч как-нибудь окружить. Играть снова. Так я вот хочу, я вот реально буду, наверное, отдельный ролик пилить, попробую именно, ну, нон-стопом без перестану там кого-то задавить за. А что если вот накидать много кустов и не будет места им где находиться? Вот я сейчас так с ботами пробовал, ты можешь его просто в углу зажать и его даже. А ну стой, я сейчас умру. Блин, офигеть. Я хочу их зажать именно в воротах. А ну подожди, тихо, секунду, сейчас затроллю их. Ребята, у вас как? Нам гол сейчас забьют. Че, горишь? У вас сейчас как будет отображаться? У меня просто, я когда подхожу, мне пишет ДРК. А, у меня тоже, кстати, такое было. Олдик. Кстати, он хавает кусты, видишь? Вау, это за что он? То есть Роза будет наращивать, а Спраут будет съедать. Это для чего он делал? Что у него за... Он, короче, хавает кусты и хилится. На 3000 хп себе хилит, прикинь. 3000 за... Пацаны, вы что, бараны? Долбоёбы. Оказался плохой гей. Вот вы просто... Ладно, но мы в любом случае 500 кубков. Будет 540. Меня бомбит, вы что гоните, блин? Все, ребят, 500 кубков плюс, не выходя в меню, погнали. Это долго. Вот, кстати, смотрите, как работает. Блин, это может затянуться на дольше, потому что уже начали подбираться спрауты, и они, падла, блокируют эти ворота.
И, блин, они реально вот эти... Я вам... Вот запомните мои слова. Его пофиксят. Вот эти кусты пофиксят буквально через... Ну, вот в следующем изменении баланса. Вот как с Джеки это было. Вам еще сейчас гол забьют нам. Да. А нет, нет. Не, не забили. Короче, они слишком долго, мне кажется. Их надо немножко покороче, потому что, ну, это жесть. Ворота залатал и все. Вот. И давай гольчик, гольчик, гольчик. Yeah. Короче, ребят, как будет 500, я подрублюсь. Итак, друзья, пару слов о новом Перси. Уже немножко поиграл. И, короче, его реально фиксить надо. Он очень... Ну, он очень, блин, странный. Реально, вот его ульта... Это все, забудьте за быстрый футбол, пацаны. На низких кубках еще ладно, на высоких, вот смотрите, но это жесть. Она очень долго вот эти кусты создает, вот этот Перс. Они очень долго находятся. И мы в предыдущей катке попали в неудобную ситуацию, где тупо оба спраута на постоянной ульте нон-стопом эти кусты спавнят. Смотрите. Блин, ну что, трэш. Трэш, трэш, просто трэш. Ну вы посмотрите на это, что вообще происходит. Я не знаю, ребят. Короче... ульта однозначно, ее будут фиксить. В целом, персонаж реально интересный. Я думал, он типа наподобие Тика, ну так оно и есть. Но он интереснее Тика намного. Он что-то смесь Тика с пингвином. Хотел сказать, с дельфином. Нажмите играть снова только, прошу вас. Играть снова. Короче, фишка в том, что на высоких кубках футбол может затягиваться до овертайма. И причем нон-стопом. И... это капец, это просто капец. Если на данный момент футбол можно играть за минуту, за полторы, там в лучшем случае за меньше, чем за минуту, то сейчас, мне кажется, опытные игроки не дадут вам так быстро закончить поединок, потому что Спраут будет блокировать... Сколько у него секунд блокировка этих кустов? Секунд 20, 15. Да не-не-не, меньше. Секунд 10, наверное. Меньше? Секунд 10, говорю. Сейчас проверим, вот, допустим... После катки, да? Пасу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять секунд, пацаны! Я вам отвечаю, его сократят до 5 секунд. Ну, давайте поиграем в Вангу. Ну, это много 10 секунд. Прикинь, если реально его не пофиксят, ну это же бред. А еще прикольная у него гаджет. Хряк, съел кустик и плюс... Играть снова, ребят. Съел кустик и плюс 3000 хп. Это жесть. Это реально лего. Это лучше, чем мифик. Играть снова, Дарк. Знаешь, ты... какой скин будет на спраута? Какой скин будет на спраута? Растение внутри будет зеленым, а на этом самом, на стикере, будет лицо спайка. Это рофл или ты где-то видел это? Во-первых, я где-то это видел, во-вторых, это очевидно, по-моему. Это будет типа текстур. Да. Ну это же очевидно просто. Не очевидно для меня, не знаю. Плюсик. Так, вот смотрите, хоп-хоп, меня покоцали, раз, съел кусты и все, и дела пошли вверх. Прости. Реально, прости. Я это знаешь, как дать гранату обезьяне, я еще не умею этим пользоваться. Блин, как бы кинуть так, чтобы не помешать нам? По-моему, я делаю херню. Короче, мне кажется, ультой надо научиться пользоваться. Ой. Ладно, ребят, подрубимся, когда будет 500. Перс впечатляет. Итак, брата, уже 200 кубков прошло у нас. Много прошло, 40 минут прошло, блин. Ну, на самом деле, усложняются катки только за счет того, что этот спраут, он... Ну, я не знаю, у меня единственный вопрос к разработчикам. Вы его тестили перед тем, как добавлять? Серьезно. Он супер имбовый. У него попадания, куда ни выстрели, везде попадают. Урон невыносимый просто, вы посмотрите. Вот эта ульта, она вообще створит непонятное. С ней реально очень интересно играться с этой ультой. Ну, к ней надо привыкнуть. Пацаны, play again. Так, секундочку, стоп-роп, повтори это на видос. Что ты сказал сейчас? Мне кажется, сейчас самая комба будет, поэтому уберите на вооружение. Это Спраут, Джеки и Мистер Пи. И это жопа будет. Это тупо будет жопа. Ну, Мистер Пи... Либо Макс. Да, Мистер Пи можно заменить, но вот Джеки плюс Спраут...
Да, это. Это все, пацаны, это все. Это Габелла. Это топ-мета будет. Там. Если вы хотите этого персонажа получить, подпишитесь на мой телеграм, подпишитесь на мой канал, приведите друга на мой канал. Play again, пацаны. И вы выиграете этого персонажа. 4 персов я разыграю на выходных. Среди тех, кто подпишется на мой инстаграм, на мой канал, play again, братва. Бля! Слышишь, а если... Боже, я хотел играть в соло, чтобы этой ошибки не было, но видит бог, я проговорил им play again. Хотелось, ребята, просто не выходя в меню, но пацаны просто ребята вообще, просто ребята, пацаны. Хоп, я съел кустик и full хп у меня. О май гад, боже, почему так поднасрали? Ну, ребят, мы старались, реально, ну, я старался. Не, пацаны тоже стараются, просто, ну, для них это непривычно. Закрыть ее там. Ну блин, ну почему оно так все закрывает? Как за... Это насилие, play again, пожалуйста. Это насилие, просто закрыть в клетке и кинуть туда медведя. Это запрещенная сцена. Ребята, с ним реально можно разных интересных видосов наснимать. Мне очень интересно сейчас потестить его, потому что... Он интересный, он реально интересный. Он имбовый и интересный. Посмотрите, вот тычка, да, допустим. У него радиус, а пипец какой огромный. Вот смотрите, я сейчас хоп. И, блин, ну не попадаю сейчас, да. Ну Джеки, да. Блин, вы посмотрите, как вот этот кактус носится по всей арене. 1400 каждое попадание мое. Просто смотрите, как мы забаррикадировались. Это, кстати, одна ульта этого спраута. Хоп-хоп. Отлично. Блин, и надо же на видос так два раза просрать. Ой, блин! Я что-то непонятное сделал. Пожалуйста. Ой, боже, не смотрите. Он заведет. Я хотел забаррикадировать Джеки, но на ее половине оказался мяч. Немножечко не подрасчитал. Капец, ну очень сложно от него мансить, ребята. Очень сложно. Ну, моих соперников это получается сделать. Ну да. Я все понимаю, но... А там ты вообще мог забить? Слушай, я просто реально... Я не понимаю, как она работает. Ты видишь, я хочу залатать правую сторону, а латается все абсолютно. Как... А ну, насколько вот залатается вот здесь, если я сейчас кину? Сколько? А почему? Ну это оно много. Как-то по-разному, оно рандомно. Нажимайте play again, прошу вас, play again. Ладно, ребят, теперь точно подублюсь, когда будет ровно 500. Фух. Вот я вам хочу продемонстрировать одну... Ладно, не хочу. Боже, я не знаю, это третий раз они тупят. Смотрите просто сколько кубков, мы апаем, и они тупят. С ними невозможно апнуть, ребята, чтобы не выходя в меню. Я уже апнул 22 тысячи, на спрауте 470, но я не останавливаюсь, хочу кое-что вам в конце показать. Поехали. И, кстати, ребят, по поводу ульты. Возможно, ее фиксить не будут, потому что я изначально думал, что ульта не разбивается ультой. То есть я думал, что Фрэнк, Шелли и все, кто ультуют, ее не разбивают. На самом деле ульта разбивается от ульты Тары, от ульты... Ну, короче, все, что ломает стены, все разбивает вот этой кусты. Тогда, в принципе, еще более-менее. Но если бы это было неуязвимо, о боже. Я, кстати, как раз один раз так словил мяч, тупо стенку поставил и... Ну, блин, вообще прикольно, реально. Ты можешь не успевать подойти к воротам, наперед закинуть ульту, и тебе хрен забьют гол. Итак, друзья, момент истины. Бум! 500 кубков. Хотел я сказать, не выходя в меню, но, пацаны, спасибо, спасибо, не помогли в этом плане. Но, в любом случае, 500 кубков, но это еще не все. Это еще не все. Погнали дальше. Подняли мы, кстати, перса на 500 трофеев за час и 10 минут. За час и 10 минут. Неплохо. С учетом того, что были тупняки, блокировались ворота, могли бы еще быстрее, могли бы в час уложиться. Это хорошо, но мы еще не остановились. Итак, дорогие друзья, в чем, собственно, загвоздка? Смотрите, я на спрауте сейчас второе место. Если я сейчас выигрываю катку, я буду топ-1. И посмотрим, какое место в мире. На самом деле, я хотел топ-1 в мире сделать, но там УД, или как его? Он капец! Ну, УД, Вадим. Он капец как херачит, у него там уже много кубков. На самом деле я хочу спраута апнуть на 1000. Ну не знаю, наверное это буду делать на стриме. Поэтому приходите,
Возможно, сегодня мы его поднимем. Очень крутой перс, я серьезно им доволен. Это и Джеки топовые, и он топовый. То есть, ну, в этом месяце прям топовые персы. Разрабы прям постарались. У него урон просто жесть. Ну, не так как урона, как попадание его области, нанесение урона. Это труп. Пасу. Есть. Давай, я должен взять топ-1. Так. Ох, тварь какая. Сейчас они катают, типа, по минуте. Так. Забьёшь. А стой, морти же. Блин, неправильно заблокировал. Не знаю. Нет, он не забил. Я гений. Красавчик. Да ты дурак. Дай я поздай. Даю. Мне. Быстрее, ну. Какой ты долгий. О, я забил. Да! Так, ну. Топ-1 или нет? Сейчас проверяем. Быстро. Проверяем. На один кубок. Догадка. Тупо на один кубок должен быть я в плюсе. Собака, он... Нет. Давай быстрее. Он тупо на одну катку лидирует. Нам надо срочно сейчас быстро откатать несколько каток. Две катки подряд играем, не отвлекаясь. Поехали. Итак, по-моему, я его обогнал. Список лидеров, местные бойцы просто... Да, топ-1 на один кубок обогнал чела. Давай последнюю каточку, финальную, и пару слов о персе. Давайте. Последняя финальная катка. Ребята, мы тупо за... Сколько получается? За... Так, если в 11:20 мы начали, сейчас час. Полтора часа играем, да? Два. Да. Подожди, блин, трудно думать. Да, очень трудно. Короче... Мы начали в 11:20 где-то. Да, сейчас час. То есть полтора. Полтора часа мы играем. За полтора часа мы апнули этого перса на 600 кубков. И я уверен, мы можем его апать сейчас тупо вот так вот вообще на изи до косаря, блин. Но, сколько дай пас быстрее? Ты топ-5 в мире. А ну попробую я забить. Оп, блин. Вообще прикольные мувы получаются с этим персом. Он настолько имбовый, блин, куда ни выстрели, везде попадаешь просто. А ну, закинь, я попробую. Блин, чуть-чуть не вышло. Я попробую, просто очень не играл, я вещь не чувствую. Хочется именно ультой закатить мячик в ворота. Блин, тебе они так стали, сейчас ждут меня. Е! Домой. Следующую катку показать. Итак, давайте я покажу вам теперь, покажу лидерство. Что такое лидерство, список лидеров, бойцы. Витал Шарк сейчас на первом... А, это бойцы, так, 616, он проиграл этот чел, походу, или нет? Так, глобальный топ, я пятое место, слушай, на четвертое одна игра надо. Давай. Давай, одна игра. Поехали, сейчас. Так. Я хотел реально топ-1 в мире, но там просто не угнаться за парнем, там чел просто пушит и пушит, я уверен, он сейчас на 1000, на 1250 сразу пойдет, там уже не догнать, но, блин, было бы прикольно. Вот я отвечаю, если бы сразу было фулл Джеки и... Да, ой, если бы у стопроба была Джеки, допустим, фуллова, ну и выбил только что, то мы бы, ну, могли бы сейчас попробовать. Ой, почти. Блин, что-то я туплю. Ай, что, не туда пошел. И я ульту слил, короче. Беда, печаль сейчас будет. Не, вот эти зернобомбы с пассивкой топ. Так, он сейчас забьет, да, он забьет. Забивает, блин. Сейчас затащим. Я тупанул там вообще. Тоже, да. Сильно. Тоже. Так. Посмотрите просто, ребята, как залетает урон. Вы посмотрите. Просто посмотрите на это. Просто жесть. Он... Перс контролит сразу несколько флангов. Смотрите, я сюда достреливаю. Везде достреливаю. Я саппорчу просто команде нереально. Смотрите, я сейчас... Не буду лучше ультовать. Вот еще... если бы сейчас договорились с кем-нибудь, ты кидаешь вправо, типа. Кидаешь, чтобы это поменьше. Я его отсюда все равно не выпущу. Интересно, а ты мою ульту можешь разбить? Думаю, да. Нет, и наверное нет, мои стены. Это же мои стены, не вражеские. Равно. А ну как-то надо. А! Е! Итого, ребята, я вам сейчас покажу. Блин, там ровно, по-моему. А ну.
список лидеров, глобальные бойцы. И на пятом месте, прикинь, мы с ним ровно по кубкам. Давай еще. Просто жесть, я не могу наиграться на этом персе, он реально очень крутой. Короче, кто хочет получить этого перса, подпишитесь на 100 проба, на меня, на мой инстаграм. Реально подпишитесь на 100 проба, я вас очень прошу. Он очень мне помог. В плане пуша вообще жесть, я очень быстро апаюсь, они очень четко играют, без всяких этих... То есть знают, что делать, ну... Диктатору тоже спасибо, но у него канала нет. Вот для, прям для этого случая я заведу канал. Ой, смотрите, он какой тупой, да, блин, дик. Тор. Да я устал их убивать, забить уже почти. Поможешь? Может. А ну, пробуй. Все, видели, папа. Ребят, видели? Вы видели это? Просто жесть! Вы просто посмотрите, как четко я зафиксировал Фрэнка. Так. Пасуй. Забил. Итак, проверяем. Просто жесть, 20 минут видос, но он того стоит. 630 уже на справите. Так, список лидеров, глобальные бойцы. Братва, я четвертое место. Отлично. Да. До третьего там далеко, до остальных я вообще не... А в местном топе вообще... Конечно, сейчас, как я остановлюсь, меня перегонят, безусловно. Это однозначно. Но не беда. Мы это сделали. Просто огромнейшее спасибо стопробу, диктатору. Ребята, ссылка на стопробу в описании. И смотрите еще что. Я вас жду всех на стриме. Мы попробуем сегодня спраута поднять на 1000. На стриме, прям на стриме. Приходите, нажимайте на колокольчик. У меня уже 22 172 кубка. Возможно, сегодня даже допушим 23. Короче, это что-то нереальное. До конца сезона еще 9 дней, а у меня просто все прет. Спасибо вам тоже, подписчики, что смотрите. Спасибо за лайки. Дедлайну тоже за собеседника. Спасибо. Не за что. Короче, я просто безумно рад, поэтому всем благодарочка. Спасибо. Да идите все в жопу все. До новых встреч. Пока.